что поражает при исследованиях обычных русских изб, это отношение к гигиене. Это чистоплотность нашего русского населения. Я в руках держу душку от рукомоя. В каждой избе, рядом с печкой, висел рукомой. Человек заходил и обязательно мыл руки. Вот. Он садился за столы, накрытыми большими льняными скатертями. И когда он человек поел, он об эту скатерть вытирал руки. Поэтому, понимаете, вот, несмотря на то, что топили по черному избу, да, была там копоть и так далее, русский человек всегда отличался тем, что он привык жить в чистоте.